называется «У больного». Она совсем новая. Я ее написал этой осенью в Петербурге. И сразу после этого заболел. Это про мальчика. Вчера день рождения не кстати, авиаторша душа заскучала на кровати, кружится в искристой мгле. Так пронзительно, так просто над компрессом нимфы две: мама Оля с папиросой, римской циферкой глава. Ночи трудные предметы, книжных полок острова, знания мечтой согреты, и опять игра теней. В комнате, как жизнь вечной, с каждым градусом родней. Темнота из гуттаперчев смотрит насквозь. Доктор Свет совещается с гординой, и грешочка в сердце нет. Человек из пластилина, коль проснешься в пятый раз, пропотейка по-матросски, изучай иконостас своих дедушек геройских. Цветы праздничных духов потуги, даже здесь от темноты есть лекарственные руки. Именинник навсегда, да-да, ты поправишься к субботе у мечтателей страда. На египетской работе мира тертого сего, вдаль спешащего по кругу, будешь лечащим врагом, будешь ядовитым другом на лазуревом пути. Вспомнишь луч небесно-черный, так что мучайся, крути свой калейдоскоп подзорный. Проступает главный врач от Киота к пианино, и мой славенький лежач, но летуч наполовину. Не утопнуть бы в трудах, не засыпаться бы в танах, на 12 годах, срезавшись наверх случайно. Дима, отключи, пожалуйста. Вот и теперь несколько коротких стихотворений. Первое стихотворение называется «Смоленское кладбище». Это кладбище на Санкт-Петербурге, где, ну, наверное, все знают, да, где Ксения Петербургская. И еще есть там такая табличка, что там похоронена Арина Родионовна, известная, ну, могила ее утеряна. Петроградская дорожка, Семеновская, Шуховская. На Смоленском кладбище снегопад, как теплы сугробы, и могилы, совсем не могилы, берлоги. До весны в них спят, хоронятся наши родные, а потом проснутся здоровые, молодые. Ангелы стоят в деревенских шапках, склепы нарядные в белых шляпах.
Родина, ты есть. Я забыл и вспомнил. Мать и Ксения блаженная, Арина Родионовна, две силы от бабка зловонного сей град спасают. И по Троицкой дорожке вместе ходят. Это у Достоевского такой рассказ есть «Бабок». Ну, там действие как раз на этом кладбище происходит. Потерявший шапку, он ходит теперь не с нами, не по линиям жизни, транспортным, пешеходным. Жмется к стенкам, шарит в потьме глазами спокойными. В прошлый день тянется душой голодный, потерявший шапку, совсем не то, что подкову нашедший. Трезвее его не сыщешь, в кармане мнет упрямую правду свою. Такого не возьмешь за просто так, запросто не обманешь. Потерять недолго, а искать долго. Ни к чему ему наши шуточки да советы. Новый год послезавтра, шапки нету. И что толку в нашем золоте золотом, еле светлом земном свете? Приближается Рождество, мира бедного торжество. Ждут подарков мои ребята, краше ладана, смирны, злата, поезд и медведь Христов. В церковь нашу придут цари, станут тихонько у двери, где сливается холод чистый с жаром масляным лучистым, где под сводом звезда горит. Станут, поглядят овец, сотни празднующих сердец, пастырей, подпасков юных, мыслят, что кому не в туне, кто пред Господом молодец. Поздравляют владыки свет, слабый, сирый, какой секрет в них, спешат по свету с драгоценностями в пакетах, носят в Новый год завет. Моросит легонько дождик новогодний, взбухшие заборы, хляби за порогом, стукает за дачами железная дорога. Нам с тобой уютно в этом старом доме, господа далеко, мы теперь охрана, солнышко сияет в палестинских странах. И у нас бывают звезды и святые люди, с ними звери кружат над домами, ангелы, верблюды нынче дружат с нами. Рождество приходит и садится рядом, светлое, святое, на кровать ложится, и звезда над миром подмосковным снится. И последнее стихотворение называется «Новый год». Ну, вот это такая попытка дилетантского богословия с таким экуменическим подтекстом. Ну... Может, это и смешно, хотя непонятно, почему сейчас, хотя это действительно может быть немножко смешно. Вот. По текстам таким, что Новый год как бы середина между западным и восточным празднованием Рождества. Ну, вот. И если мы возьмем текст евангельский, мы тоже увидим, что пастухи, ну, непосредственно Рождество и встреча пастухов, ну, вот, и пришествие волхвов, они разнесены все-таки по времени. Ну, вот. Это не в одну и ту же ночь произошло, а с неким там интервалом. И волхвы пришли все-таки уже в город, в дом. Так их изображают обычно. Церковная погода, тревожные часы, свершившегося года снежные часы. Так смоленисто-звездно меж елочных огней, меж праздников морозных двух вселенских дней. В пастушьем Вифлееме родился свет земли, а через две недели в дом волхвы пришли. Склонились для молитвы пред Господом немы, серебряные митры, белые чалмы, восток и запад в храме, мерцающий декабрь, и днями, как дарами, полон календарь. Все. Спасибо. С праздником Рождества Христова!